Система безопасности, сформированная между Арменией и Россией, возникла еще до войны 2020 года. Проблема для нас заключалась в том, что эта система безопасности распространяется лишь на международно признанную территорию Республики Армения, заявил на заседании Национального собрания во время представления отчета о деятельности правительства в 2020 году премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. По его словам, территория Армении зафиксирована законом об административно-территориальном делении Армении, который был принят еще в 2010 году прежней властью. В нашей реальности у многих сложилось мнение, что в эту зону безопасности входит и Нагорный Карабах, и прилегающие к нему районы, добавил армянский премьер-министр. При этом Пашинян поспешил заметить, что российская сторона всегда предупреждала армянскую сторону, что их обязательства по обеспечению безопасности ограничиваются исключительно международно признанной территорией Армении, куда не входит Нагорный Карабах.